А вчера ночью я прилетел из Крыма. У меня было 3 спектакля: Севастополь, Симферополь и Ялта. И это не первые мои гастроли. В прошлом году я тоже был в июле и в августе. Это практически, когда все это уже закончилось, да? Я не видел ни одного недовольного человека. Ко мне подходили люди, которые работают в театре, и говорили, как здорово, что мы присоединились. И самое интересное, что впервые